Вам понравился биатлон? Классно. Да, молодость вспомнили. И школу. Ой, да-то ладно, я-то точно молодость вспомнила. Как вам вообще лыжи катят сегодня? Хорошо? Да. Замечательно. Хорошо, но мимо лыжней. Да, все время. Почему? Мороз не помешал? Нет, не так. А, разогретые. Да. Женя, расскажи, как тебе биатлон? Нормально. Расскажи, кого обошел, кто выиграл? Никого не обходил, но я первым приехал. Ты в чьей команде был? В Вересневской, сейчас Саша. Понравилось тебе? Да. Еще будешь участвовать? Да. Молодец. Наталья Михайловна, как вам биатлон? Ой, классно. Еще бы? Наталья Михайловна, даже кто-то выходил смотреть. Как невестка. Надежда Ивановна, как у болельщиков здесь? Очень обстановка. Впечатление. Понравилось? Молодцы, особенно учителя. Мы в них верили. С большим удовольствием приняла участие в нашем биатлоне. Очень болела за своих коллег, за учителей. Кричала, топала ногами и записывала все результаты, чтобы все было точно. Это помогло, Наталья Ильина? Я считаю, что помогло моим коллегам. Хорошо. Вы в следующем году будете участвовать? Обязательно, обязательно. В качестве болельщика или? Нет, буду сама, приму участие. Все понравилось. Вы первыми пришли? Конечно, первые, как я могла. Сколько лет тренировок вы потратили на то, чтобы мне выиграть? Сколько? Мне 16. 20 лет примерно. Понятно. Ну пошли, давай! Давай, сходи! Уходи, Антон! Не без далеко это! Это похоже на то, что сегодня у нас золотая олимпийская медаль, да! Победа! Золото и герой России! Абсолютный герой нации! Победа! Вот это да! Это победа! Золотая биатлонная медаль! Это как волейбол в Лондоне! Феноменально! Вот это да! Гений! Гений земли русской! Гений! Ну что тут скажешь? И я дождался! Что тут комментировать без побед? Вот! Вот это да! Мы победили! Мы выиграли! Фу! Я не могу больше, отдышусь, иначе сейчас помру!